Привет всем, с вами Надя, и сегодня мы покажем Лего Фрэндс. Вот крыша, тут все так, вот даже полочка, это я сама сделала. Она тут чуть-чуть валится, так что не бойтесь. Туда я положу свою Лего Фрэндскую, просто заколочку. Она просто так украшает комнату. Потом опустимся ниже. Там будет кухня, я уже тут все поставила. И в этом холодильничке, вот здесь вот, тут открывается, сейчас я даже вам открою. Не буду показывать. Ярче. Почему не открывается? Не люблю эти такие. Тем более, другой. Там нет. Не видно. Даже могу. Ну вот. Ой, одна из них. Это зеленый. Ну вот цвет. Звук очень даже плохой, мне кажется, для вас. Их просто вот так вкладываешь. Ай. Не знаю, как вам показывать хорошо. Но меня это очень плохо делает, так что ну, показала в холодильниках. И там косточка, там колбаска. Так, теперь поставим туда вот это вот все. Все, что я знаю туда. Ну, кружечку с водичкой мы поставим. Мы положим сюда. Там вот. И две кружечки я расположу по сиденью. Некоторые люди просто они должны быть. Потом сюда располагается краник. Да если что. И вот такая стойка. Мне даже я сделала пятно, чтобы было понятно. Это молочко от лошадки. Сейчас я закрою, там что-то видите даже. И вот у него крышечка. Берешь и закрываешь пачку. Теперь это можно ставить сюда вот на холодильник. Так, с первыми джобы разобрались, а второе это просто две кроватки, на которых у меня лежат. Вот такая вот девочка. Ой. Да, вот такая вот девочка. И у меня будет несколько выпусков, а потом где-то в другом уже выпуске. Так. И еще одна девочка. Вот такая вот. На волосики я и потом рисую. Так что, да, на рука. Так. И мы разодрали первый корпус. Всем пока и до новых встреч. А во втором ролике. И у меня будет... У меня еще будет 5 роликов. 4 ролика. А в 5 ролике у меня будет говориться... Ну, просто мультфильм. Но качество у него будет очень плохое, так что вы не судите.